Итак, девочки, сегодня хочу рассказать вот об этом средстве, которое, как вы видите, вот полюбилось мне. Это средство для снятия макияжа. То есть, чтобы вы понимали, что у меня есть с чем сравнивать. У меня есть мицеллярная вода, есть двухфазное средство, есть средство от NovAge, вот такое для снятия макияжа. Ну, сами видите, каким я пользуюсь. Смотрите, это средство пришло нам из азиатского ухода за лицом, да, и я его порекомендую тем девочкам, которые активно пользуются декоративной косметикой, то есть, ну, допустим, как я, тональную основу, особенно кто любит очень стойкие тональные основы. Вообще, я не очень люблю вот эти все жирные консистенции, я не люблю молочко для умывания, да, потому что мне не нравится вот этот вот масляный налет на лице. Но вот это масло я очень полюбила и покажу, как им пользоваться. Ручки должны быть абсолютно сухие. Одно нажатие достаточно для того, чтобы вот оно очень бережно очищает и снимает и удаляет весь макияж. Достаточно просто помассировать. Только сухими руками это все делаем. Независимо от того, жирная или сухая у вас кожа, действует абсолютно одинаково. В составе этого гидрофильного масла входит масло примулы вечерней, которое очень богато жирными кислотами. Вот, смотрите, у меня прям тушь была такая, вот, очень красиво прямо. Теперь что мы делаем? Все, вот растворилось, очень хорошо растворяет прям. Тепленькой водичкой смачиваем руки и маслица все прекрасно удаляет. Очень деликатно очищаем. Снимаем макияж. В состав этого масла входит, как я уже сказала, концентрат масла примулы вечерний. Очень богато жирными кислотами омега-3, омега-6. Масло одновременно и питает, и увлажняет вашу кожу. Все, отлично снялся макияж. Я рекомендую для девочек с сухой кожей, я рекомендую для девочек с жирной кожей. Все очень замечательно удалилось. Все. И дальше мы приступаем к своему ежедневному уходу за лицом.